Упс. Все работает. Микрофон. Чутка потише. Так как-то. Ищем командные бои. Чайка. Свои ждем, Алекс, друг. Но сейчас, если не зайдут, я тебя возьму. Ну, кинь меня, в очередь, ну, из три, или что там надо. Да из три, в принципе, пойдет. Ну, кинь пока в очередь. Как раз один нужен, да, давай подождем. Да, что-то как-то никто не идет, печально. Все разочаровались. Что ж ты так шипишь-то? Жру чипсы, если чё. Пью пиво. Нет. Ключ 4 точно не нужен. Нам нужна облечёнка, у нас уже есть 3 есть. Связи, кстати. Секунду, поговорю потом. Хорошо играть, смотри. Еле нашли команду. Четверка, да. О, это даже ручки. Так, делаем чуть погромче, тонкие. Все, я буду с тобой сопротивляться. Три 54-ки. Даже ранизм не переносит. Как это будет? И Марик на МТ-25. Смотри, что делаем. Агрессивный деф называется. Агрессивные девчонки пошли вниз, вот здесь через едем. F2, F3 заняли. Быстро это укрепление. Если третий сзади поджимают, то обходите через горочку вот так вот сюда. Уходите. 49-ка. Со мной вдвоем займем гору. Троечки задефтись вот здесь пока что. Одна вот тут вот, в домах. Одна вот здесь, на D5. Убирайте на кухне. Возьму D5. Чего? D5 возьму. Хорошо. Хитрый какой, а? А девчонки, куда? Вот сюда вот, втроем. Это именно втроем, потому что носите вас, их раскатают быстрее. А если зубы нарывайтесь, быстро убегайте. Ну, пейте, короче. Так Эрнан вам ничего не сделает, это моя, это херня, бейте тебя там. Я тебе говорю, что у меня фигасочка, у него есть. А, да-да-да, кстати, у него борта я очень мягкий, вместе с кормой. Я просто, у меня есть там, ну, был точнее. Я не выдержал. Чуть-чуть не догонял за это. Да, молодцы. Вот это, все четверки, давайте, по мягким местам, давайте. Сторона. Давайте сразу, издалека. Для этого туда и встали. Отъедь, разведка. Не знаете, просто. Вот, давайте, вот, собираем. Такие, дай сзади. Давай. Вот. Сзади, 54-ку, уходим. 54-ку, нажимаем. Ты мощный, Вот еще. Притам. Да, ребят, уходите, четверки, великолепно. Все. Все, что нужно было, сделали. Немножечко забираем с собой, 49-го. А плечонки ушли, да-да-да, ушли, вот сюда.
чего там? А, подожди, где еще один? Я заберу. Его забрали уже. Чего, я же не на горку еду. О, молодец. Залезай, можно опять на горку, сейчас нормально. Сейчас все хорошо, ребят. Теперь смотрите, что делаем. Троечки, там 151 у вас здесь внизу, да? Одна. Я вот спустились, сюда. Спустились вдвоем, ее забрали. Облегченки, обошли сзади. Облегченки. Вдвоем обойдите сзади, будет нормально. А я думаю, девчонки, помогай, девчонки. А, у меня есть 6 пулит. Ой-ой-ой, вместе с... Вот, тогда, ну, вот этого, справа, справа. Сюда, вот этого и смотрите, вот этого и смотрите, вот забирайте. Тогда обходите в гору с другой стороны, да, и забирайте тройку. А этих же пофиг, понятно, потом забирайте. Вся хуй с тобой. Тройка, справишься одна? Я буду ножом тебе помогу. Окей, окей. Вот сейчас работаем по тактике идеально, поэтому все идеально. Что делать, сверху туда там? Сиди. Вот такой сидит, далеко лежу, короче. Все сверху ушли вниз. Ушли, скатились ко мне, поджал, на F2. Ой, поджогом, блядь. Ага, блядь. Фига себе, командир. Блять, страшно против таких играть. Фига себе. Фига себе, таран. Я, походу, 54-ка мощная пора. Так, ну что ж, наш рейтинг был 6... Ну ладно, 6700, допустим. Фига, я что-то не понял. Я не слышал. Раз, 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 раз. Где связь вообще? Да сейчас я еду. О, да ты местный. Хохоль. Что за хрень, да? Ну чё, сориентировался, пацанчик? Так, а чё тут у братишки в орях? Давай с другой стороны посмотрим. Ну-ка. Не видно. Не видно нифига. Так, а шо, а у них чистотя же и один светлячок остался. Щепетливый. Так, связи нет. Блять, если сейчас справа выведут, пизда нам.
Спасибо, картофончик. Вот он. Сука, на 417. Хорошая альфа у него. Надо назад отходить. Вам жопа будет, пацан. Уходим, уходим. Блять, пробил. Я хуй там. Давай, клинч. Сука, пробил. Хватит 54. Так, а еще кто там? За мной ехал. Конечно, зажали. Да, блин, грозные парни играют. Четверки, это зло. Только я попил.
Раз. Раз, два, три, четыре. Блин, а чё что-то мне интересно, что у нас слева написано? Тигр там. We've got another story for you now. We want to introduce to you another friend of the bike. Hell yeah. Так, чё что у меня там написано? Ну покажи. Ну, видно. Его хер догонишь. Е1, вроде пацаны еще. О, еще лайк. Супер. Че ж там написано? Так. Грозный, дерзкий, тихоловый. О, я в свете. Что-то еще, 30 минут. Говорит, зажимайте их, пацаны. Ну ладно, попробуем. Не пробил, а я не пробил. Я проверю, я попал, 100% попал. Состояние пробил. Теперь помогу. Heavens no, hell yeah. Hell yeah. And when they nail my pimpled ass to Jesus, that should throw them off. He goes by the name Jesus and steals hubcaps from cars. Oh, Jesus, can I borrow your crowbar? Yeah, я, конечно, играю рандом. Ах ты ж увидел.
Доносится идет. Зарядка. Вот самый, блядь. Да, даже не слышав команды, мы нагибаем. Должны нагнуть. На голубе все сучки. А что ж ты или куда, или туда, или туда. Так глюкануло игру. Надо перезайти. Да а что ты, запущено приложение, блядь. Слушай, я вышел. Так, ну-ка, что там пишет? Пишет. Теперь я вас слышал. О, зашел все-таки. Здорово. Он вернулся. Так, короче, перед ходом во второй бой показала какую-то странную фишку в середине экрана, и все, и после этого связь пропала.
Понятно. Ну бывает такая. Не, у меня такого не было, кстати говоря. У меня просто она бывает пропадает и потом восстанавливается. Так, Дед Мороз. Связь. Сколько нужна, нет? Нужна, связь. Есть, все хорошо. В командах нормально играют, все хорошо, поехали. Так, о, ну тут еще конкурент, чай. Фес, связь. Сейчас посмотрим. И выберем лучшего. По проценту ты выигрываешь. Боев больше у него. Отлично, 7 годов, поехали. Годов. Судьба ему везло, парк. Больше 100 боев, чуть больше 1000 урона и процент больше 60. Хорошо, видимо, попадал. О, почти клан. Блин, все четверки эти облегченные, польза, популярность. Надо качать. Срочно. Ой. Это невозможно. Просто нереально. Ладно, попробуем. Чё ж нет-то? А, ВЗшка, встань вот здесь вот. Отработай вот здесь вот, если увидишь кого-нибудь. Вот, бывает у меня. 49-ка. Тебе бы надо было выйти с центра, как-нибудь дать. Сначала ты вот здесь вот, вместе с ВЗшкой, потом если ты выйдешь, дашь кому-нибудь. Так, троечки. Троечки, идите на первую базу. Это будет нестандартно. Только так и будем играть. Через А3 вы сюда выходите аккуратно. Вот здесь вот задефите. Играйте там. Я через центр посмотрю, что как. Брещенки. По второй базе вот здесь вот пока что станьте. Аккуратно смотрите. Я буду следить. Блин, грамотный чувак, капец. Какие дела. Они, блин, тут нави. Студентуют, мать. Зеркальный хитап сделали с нами. Да-да-да, пустил. Вот-вот. Да-да, вот, да, да, да. Нет, нет, они может и будут выигрывать, они хорошо играют все. Но они тоже не нравятся. Так вот, выпендриваться, я не люблю, когда так делают. Поху, дай. Тут охренеет. Нави, блин. Хорошо, вот-вот, против бегем. Похоже, что ВЗ-шка придется аккуратно отработать. Троечки, да, вот хотите, я к вам. Я к тройкам поеду. Тройки, вы дальше пока не продвигайтесь. Сейчас стойте там. Время, главное не торопиться здесь. Против таких игроков нужно играть аккуратно. Еще мы увидели, что там есть сестры, ЛТБ. Даже два еще отрезки. Значит, ЛТ-шка, скорее всего, будут стоять здесь будет. Блин, нам света не хватает немножко. Я один не справлюсь. Солдата, не-не-не, туда не надо. Без вариантов, там еще справиться, я думаю. Сейчас я подключу, попробую. Да не, нормально. Да нету, я стою, я тебе включаю, если что. Если поедут, да. Но они не поедут. Бульдор, фокус. Ай-яй, вот это не отработали, хорошо. Только вот пивка двое, хотел и хлебнуть. Увидел только двоих, по крайней мере. Разливался, но живу. Есть одна, есть один вариант. Облегченки высветились? Нет. Есть плохо. Очень плохая вещь. Давайте так. А, хотя нет, останьтесь тут, останьтесь тут. 49 ВЗ-шка. Вот сюда. Раз всем, вот этих вот чуваков. Очень быстро и очень злобно. Просто других вариантов не вижу пока что. Давайте, поехали. Я за вас накрыл. Ай, пусть знает. Давайте. Главное отрабатывать пропуск. А тебя четверка, да, останьтесь. Это аккуратно. Главное, не получайте его. Повезло, не повезло. Бульдог, смотрите.
быстрее. А я туда еще минус, все понятно. Да ё-моё, честно. Хорошо. Вот эту тройку надо забрать. Ай, блин, все, они сожрали там. На захват. Забрали тройку, на захват уже не стали. Ну, без вариантов, я так и думал. Дэвиться проще на этой карте, во-первых. Во-вторых, они играют профессионально, не голубенькие все. В-третьих, не надо мазать Дед Мороз. Если уж стреляешь, то... Ну, ты целься лучше тогда. Ну, блин, лишние шоты смысла не отдавать. Без вариантов. О, бесполезно, короче, понятно. Ну, ребята, статисты. Это называется хороший деф от классных игроков. Сейчас я им, блядь, покажу. Ай! Да ничего. Тут уж ничего нельзя будет делать. Что там за хорошие игроки, сейчас глянем. Да-да. Чтобы купить таких надо, чтобы 4 перка у каждого было. Я прокачиваю все. Чтобы тогда за свет сразу давали, было понятно, где они стоят. Но раз такого нет, поехали. Ничего страшного. Не, длинный глаз, считай, что прокачанный, все, радио переплачивает. Пиздец, по стенке я их не видел даже. Ну, блин, я увидел, более-менее. У меня много чего стоит тут. У меня стоит просветленка, стереотруба, маскировка прокачана, лампочка, боевое братство. В общем, я могу понять, как это прокачано. Ну, нет, самое главное, орлиный глаз и радио перехватчик. У меня 5 перков. Пятый перк, а сейчас 60%. Мы вообще рядом подошли, пиздец, а потом уже высветились. Да, вот-вот-вот, обидно было, вообще прям, да. Меня тоже не видели. Я и деф не люблю на этой карте, как капец как. Ну ладно. Так делаем, ВЗшка. Просвет так делай аккуратненько. Вот здесь вот. Отходи назад. Я сделаю центр просвет вот сюда. Если идут здесь, то будем аккуратно дефить, обходить сразу со сторон. Если идут со второй базы, тут никого нет, займем это укрепление, обойдем другой стороны. Ну, в общем, в любом случае выиграем. Если ты пока что здесь станет наверху на горочке, это в любом случае полезно будет. Куда 54-ка? 54-ка пока что стойте тоже где-нибудь. Да пока все там дефтите, кроме ВЗ-шки и меня. Я тут посмотрим, мы дальше будем уже решать. Только далеко не лезьте, главное, облечонки. Особенно вас касается. Потому что если не хорошо, то не успеете уйти. Так, напомню, что мы играем без записи. Может, в руку пасть. Так, хорошо, далеко не лезем. Ну-ка, сейчас я... Никого, по-моему, у меня. Да, полный ноль. Зетки тоже, у Зетки тоже никого. Вон они, вон они. А, нет, не полный. Что, может, окружаем? Это я к Пантера. Да, пора бы. Так, тройки остаются тут. Одна облечёнка остается здесь. Облечёнка с 49-ки обходит с ВЗ-шкой вместе вот сюда. 37-го, помогите, блин. Меня все заберет и все. А, не успеваю. Ну ладно, пофиг. Да ничего страшного, сейчас заберете вот 37-го. Он мне засвет дал. Это самое важное. Теперь вы знаете их позиции. Тройки в конце.
микрофон. Сурген, когда подходите, вот сверху кидайте лучше, вот, и залейте наверх. Вы, блин, вы знаешь, как долго очень, очень долго. Что там делаете? Хорошо, что сверху хватает, да. Тройки покидайте по ним. Да ёп. Хоть они своим рашем. Нахер убит. Да, Фрудятка, вообще великолепно. Задел сюда, будет классно. ВЗ-шка, вот сюда подходите с облегченкой. Они уже уйдут, поэтому вот отсюда будут уже покидать. Пусть снимает все эти укрепления нам по барабану. Сейчас смотрите, что делаем, ребята. Вообще не вылезаем никак. А в их интересах снимать базу, так что нам по барабану. Тройки, отходите назад. Тройки, отходите назад, они как будто нас убивать. Все не вылезают вообще никак. Прям вот идите до последнего. Пусть сами лезут, время на нас играть. Друзья, ты тоже. Кстати говоря, вот один ход дай нормально, если выходи. Кстати, последний бой сейчас, если выиграем, я пойду. Завтра поиграем. Вот давай, сейчас просто день. Бывает. Они вас сейчас будут обходить, скорее всего, выкрут еще. Поэтому сметитесь больше вот в эту сторону, КФ-1. И есть еще такая тема, я предлагаю облегченке одной, с ВЗ-шкой, спуститься вниз и занять вот здесь позицию наверху. Они будут брать вторую базу, наверное. Ну, я же на близко. Все-таки на первую? Ну, палки не снимай, аккуратно играй. Вошло в яду. Восьмом, хорошо. Все, уходи оттуда. Живи. Он зря. Ягу, конечно, хорошо пробил. Мне понравилось. 54-ка. Давай хотя бы ты одна тогда. Забери ягу. Пошло в ягу. Минус один, теперь ягу. Теперь по яге. 54-ка. Тебе бы, знаешь, как вот так вот обойти вот сюда. Это был бы нормальный вариант. И голду желательно заявить. Да нет, ему не поможет она. Если он не пробьет, то он не пробьет ее голды. Да не будет. Просто... Она не будет это, ожидать, так что не так. Главное, сильно не подставляйте под вот эти вот, скорее всего, будут настроить. Ой, я так и думал. Шот. Ай, блин. Опять, это плохо. Да все, поздно. Шот, дай. Забери точно это, да. Ах, надо забрать. Не, надо сбоку зайти. С другой стороны. Да капец, фейл, ну как так-то, а? Еще и не вылетел дома. Ну ладно. Все равно победим. Все, третьего заберите. Они уже не стали. Ты остаешься? ВЗшник, теперь тогда тебя отправляю. Блин, надо забрать ягу. Она будет мешать. Буду надеяться, у тебя все будет по-другому. Ну, альфа хотя бы. Тут по-любому пройдет. Знаешь что, заряди голду, заряди вот один патрон голды. У тебя голда вообще читерская. Ты ее вообще куда угодно пробьешь. Если каток не выйдет. Это будет просто вообще печально. Ну пусть стоит, время-то идет. Вот хорошо. Не паримся, ребят, не паримся. Захват долго будет идти, у вас будет время здесь еще. Знаете, как сделаете? Я предлагаю так. Облеченка спустить с этой стороны, через F1, и сбивай оттуда. Тройка спустить с этой стороны, через G3. Пантера накидывает, там вот я. Вот ее сейчас снимет ВЗ-шка. Я не зря туда послал. Ай, не гори, потушите. Хорошо. Тройку забери тоже. Так, заодно, мимоходом. Они не успевают. Я знаю, что они успевают. На то и был расчет.
кажется, они бы не успели, вот убили в любом случае. Что? Еще не хочет попадать, это пиздец какой. На 600, я не сам могу сказать. Капец, альфа не вылетает, это овошком идет. Хорошо, Вазишка, молодец. Ну теперь забирайте просто фокус. Просто время-то идет. Пиздец. 4 секунды, ребят. Вот куда ему попал? Ой, это пиздец. Все, выстрелил. Вот смотри. 9 попаданий, все, 3 пробития. Выстрелил все на. Спасибо за игру. Сейчас добавлю в друзья. Народ. Купа вон. Сфера. Сейчас. Я кто играл. Потом я спешу вас приглашать. Да, нормально, да. Командующий супер, молодец, сейчас, чувак. Стараюсь. Опа, просто уже есть. Все, давайте, приглашу... Чего? Да, не знаю, нет, спать, наверное, пойду. Но мне просто, блин, все спят уже. Меня выгонять спать. Ну, чтобы я не говорил громко. Так что давайте потом поиграем. Давай, удачки. Что-нибудь получаешь, что подожди сейчас. Алекс, там тебя пять. Мопед, связь есть? Конечно, есть. Ну вот, ты не отвечаешь. А музыка играет, я не слышу. Зашел в ТБ, музыку послушал. Два девяностика на гору сразу. МТ-25 сюда на угол. И случай возвращается к нам. Ну и все тяжки сюда падаем вниз. Ну, ну давай. Back in his arms, we drink a chance and we pass out of all. Is that
Там кто-то есть. Я попадаю уже в свет, сразу возвращаясь к нам. Пока ты так ждешь. Там они тоже кругом горы, пошли. Так куда вы это ловите, блин? Вы что, не видите его? Ребята, вы... Нравится эта гора вообще. Не, ну тройка на горе, конечно. Девяносто контроль, 90, что там задницу не вышел. Чё, по... Сотку вообще идем. Раздамажило. Постарайся что-то спрятаться, медальку заработал. А он топится. Он топится. Тогда бейте. Утоплю.
У меня осталось на решетку, походу вообще без патронов выиграл. Никому даже ни одного выстрела не сделал. Блин, моя любимая карта, блин. И это мне неудобно было стрелять по нас. По нам. Зачем было попасть? Там плохо выезжать. Ой, стой, секундочку. Ты уже патроны забыл снарядить. Не-не, у меня четвертые перочки пошли. У меня пятый скрабы качается. Это краб столько ждал долго. Ну чё, курить пошли? Давайте переходим. Окей. Даже жмите все, не готов.
Да, круто.90-ки МТ-25, все вместе идете сюда по кругу, такой по кругу обходите сюда где-то, мы все идем сюда, вот снизу здесь сюда заходим, здесь возле камушек. То, что меня голдой пробили. Во, так она голдой шмалит. На первую базу идем. Ничего, мы идем тоже с вами. А я ничего не говорю. Олег, ты куда? Куда? Что-то мне это не нравится. Давайте сверли. Они подумают, что мы все пошли на вторую базу. Я светился. Все сразу на захват. Вперед. Ага. Ребята, справитесь, ух. Уходи. Двадцать три второго, может. И чё попал? Я вышел из ада. Сука, не ушел. Берите, мужики. Там два ИСа. А ну давайте втроем идем на этих двух. Да ебать, сожру сейчас как детей.
пушку. Добрый ты его. Вот это да, выкинуло. Так, в командном бою был, верните назад. Блин, какого хрена от балкона открыть? Давай, загружайся. Нет, спасибо, хорошо, это не надо. Юля, зачеркни 6-й левел. Зачеркни прям что ты. Удали. Напиши то, что надо. Даже писать ничего не буду. Я знаю, что сейчас будет. Бамблеби. Бамблеби. А Джулия ж нас командовала постоянно. Да? Командую дальше. Я сначала покурю, потом. Ты чё, надоело живу?
Я не успеваю разговаривать. Мне даже неудобно пальцы нажимать кнопки все вместе. Квадрат, U и ехать. Ну что, готов, все. Да сейчас седьмой там кто-то бегал. Дэн курить пошел. А, это ваш. Да что сразу не врубился. А кто у вас там главный сядет? Юля самая главная. Ну, самый-самый, да? Ну да, нам и затем команда. Идешь к нас, к нам в клан? Шестой. Ну, как бы договорился вроде. Не знаю. Мне без разницы, я только выжил в нем. Я пойду. Хочешь взять шестерку? Шестой уровень? Ага. Алекс, у тебя есть из третьей? Конечно. А то, конечно, есть. Ставлю, у тебя хорошая. Чего в КБ гоняете? Тренируемся. Готовитесь к ладерам? Мне просто КБ больше рандома нравится. Дело в том, что раньше КБ были покруче. Сейчас мне не нравится. А мне наоборот больше рандома нравится. Там раньше рубль потрясли. Дело в том, что не сбалансированный РСП, поэтому недоработан еще. Привет, Олег. Пятый, у тебя неплохая КВ четвертый, я смотрю. Ну вот раньше на нем КБ гонял нормально был. Боев до хрена, хороший урон такой неплохой. Алекс, извини, ты последним зашел. Окей, без проблем, меня и так свои зовут. Давайте удачки вам, парни. Спасибо за игру, дедушка. Че, поищем что-нибудь еще. А давай рискнем автопоиском. Так. Как бы выбрать технику, а ну. Фильтр у меня есть. С 3. Это будет 90, это 4. ТБ. 9, МК 25 и 37. Нормально. А, поехали. О, ёпта, уже нашли. Майстри. О, там вообще днища, отлично. Вот их сейчас кинем. Ох, их сейчас кинем. Давайте, удачи вам.
Даже командира как обычно нет. Победа будет за нами, наверное. Да, пацаны. Поехали. Чё там, командир, на микрофон денег не хватило? Давай, дружище, давай уезжай. Базу берем. Что там, зарядился, братиш, давай. Ай-яй-яй-яй, поспешил. Ох ты, блядь. Стрелялся, братиш. Знаете, еще.
Да, блять, что за нахуй попадание? Сука, это так дотащил, как бог. Тот самый. Где патроны? Thank you.
Давай комнату для неадекватов, я пока курить ушел. Если что, боевичек загоняй сам.
Ком ты сейчас звук узнал? Алло, алло. А ну вот же, что он микрофон там выключил. И где ты? Вот он, вот он. Так, туда. Меня слышно? Алекс, да, да. Тебя слышно, блядь. Скажи мне, где эта комната для неадекватов? Я ее не нашел. Она в самом низу там. Это же комната для меня. Ее можешь сменить ты ее? Давай, зайди туда, мы за тобой зайдем. Неадекватная барбитуратная. Yo, what up? My Chris Chinadino in the house. Вот это она. Reaction. Kick off this new joint here from homies. Чё, девятки? СТшки, да? Запросто. Весьма она такая. Так, сейчас я музычку потише сделаю. Парни, бои будут записываться, если что, в Ютубе потом гляните. О, тишина такая. А чё, не слышно? Раз, раз. Слышно, нет. Воу, воу. Походу тут связи нет, я вас не слышу. Раз, раз. Бах, блядь, пиздец, страшно нахуй. Вот и борщика нету. Раз, раз. Связь где? Сука, пушка не опускается, блядь. Ох, а лаги-то какие начались. Это мы на каком серваке-то, интересно? 25 FPS, я ебу. Ты молодец. Thank you.
Вон он, СТ-1. А, сука, промазал. Бабаха нахуй. Так куда ж ты, блядь, спешишь? Да я его разочек ёбну. Парни, короче, кто слышит, давайте во взводную комнату какую-нибудь, потому что это пиздец. Ебать. Да, да, во вторую куда-нибудь. Во вторую давай. Во. Пиздец, там связь. Слышишь меня? Да, да, там связь отключена, походу. Да, я знаю, я тоже сейчас там пизжу, а вы что-то молчите. Да, я ж тоже зашел, ничего не понятно. Начали? Ну что, еще, а еще раз? Ну давай, ну, ты качаешь Лариску, а ты борща, да? Прикольно. Да, то рано. Ну, ну давай, фарману разочек. Давай, нормально будет. Стой. А, я же закидываю что-то. Ты закидываешь что-то. Давай. Вот, дядь, тебя закинул. Там не по барабану, тебе в игре бой. 175 пробития. Не, понимаешь, просто у меня только сейчас танки 8 уровня и ниже. Ого, круто. А ты что, десятки продал или у тебя их нет? Честно, я продал по пьяни. Вот это ты даешь, красава, красава. Да, это попадос, блядь. Я тебе открою такой секрет. Лучше иметь много ангаров и танки не продавать, так дешевле. Алекс, веришь, нет? Ангаров, блядь, позволяет на 40 танков. Верю. Я все равно продал их. Ну, по пьяни, ладно. Да, по пьяни, простите меня. Причем, знаешь, что фишка? Я сегодня написал, чтобы мне вернули Е25. Не, и ты Е25, да, вот это ты дал вообще. Ну ладно, десятки. Да, я его купил, короче. Не, ну это... Не, я купил Е25. Ну я представляю. Не, ну это могут вернуть, на не один раз написать, может. Прим возвращает. Ну, ну пацаны повозвращали. Причем... Полгода, а кто и год назад продал, ну правда поменьше уровня, но повозвращали. Причину, ладно, указать. Да, где? Причина по пьяни не катит, конечно, что-то придумать посерьезнее. Не, кстати, слушай, я сегодня смотрел видюку, там пацан указывал чисто по пьяни, то, что он продал. Ему вернули. Ну, может, ну как можно описать, типа, по пьяни под неадекватным состоянием. Да. Я вот сегодня тоже написал там тоже, что, блядь, реально по пьяни там, типа, продал. Ну, жди. Сейчас посмотрим, да, через 3 дня, что там. Ну что же, заявки долго рассматриваются. Они, блядь, танки, ну, знаете, сделать не могут, людей не хватает. Когда там заявки, вообще не знаю, кто рассматривает. Кстати, да,
согласен. Я жду не дождусь новой физики, потому что, блин, поиграл в War Thunder. Просто сравниваю танки и War Thunder, как, знаешь, Counter-Strike и Battlefield. А, чё хочу тебе сказать? Я немножко вешу, но не могу мышкой двигать, когда с тобой разговариваю, но я скачал себе тоже War Thunder до этого. Поиграл в них. Видишь, нет, там физика намного сложнее, чем здесь. А наш симулятор, дядь, конечно. Так, во-первых, тут еще нет той физики, которая есть там. Она вот будет в 9.7. О, арта. Сейчас еще стрим. Вот. И то она не вся будет, она только наполовину будет. Да тут она вообще не доработана. Они ее сделали, намылили до такой. Они ж порезали, прикинь. Может, никто, кто-то не прохавал. Они порезали всем танкам скорость поворота из-за этой физики. Вот-вот-вот. Фишка в чем? То, что если один танк какой-то не сыгрывает, они режут сразу все танки. Да, да, круга, да, они тупо как... Либо этого... Вот 90-ка вообще испоганили. Да, 90-ка согласен с тобой. Вот, блядь, я на нем гонял охуенно, а сейчас даже не хочу брать его. А он у меня есть, вот в чем проблема. Ты знаешь, когда у ты писал. А у меня нихуя нет. Потому что я их не продаю. Это дорого выходит. Знаешь, если я продал, значит это не дорого. Не, ну продал. Заработаешь. Просто когда это будет. Естественно, я заработаю. Все обидно. Продавать эту всю технику. Ну, блин. А с другой стороны, знаешь, как говорят, на своих ошибках учатся, базару нет. Ну вот есть люди, например, знакомый один бывшего клана, ну, местный с моего города. Но... Докачался до десятки, не помню какую, по-моему, советская ПТХ. Покатал, продал. Блин, дядь, нафига ты, я говорю, качал? Ну есть тест, ну, блин, есть свободное место, скачай. Попробуй руками своими, не понравится, ну, вообще брось, не качай. Ты прикинь, сколько человек времени потратил, денег, ну, времени самое главное. Вот. Купил, не понравился, ну, это ж все на тесте легко делается. Любой танк абсолютно, и не один можно, ну, взять, да, попробовать. Алекс, я тебя это полностью понимаю. Ну, знаешь, есть просто такие люди, вот как я, да, ну... Блять, если он решил, значит он решил то, что. Ну не хочу я кататься на технике, значит я ее продам. Не, ну базару нет. Просто опять же время. Ты мог бы выкачать тот танк, который тебе нужен. Потом... А если ты. Я тебя вообще понимаю, ты продал тот танк, который тебе нужен. Да? Да, это, блядь. Ничего. Причем не один, ебать. Я не знаю, я Алекс, просто... Ну, тут тоже возьмем, знаешь, по... Секунду. А, тут тоже возьмем то, что человек пьяный был, да? А по тебе попали, вот, а по мне и... нет. Да, вот ходи уже в самую, в самый деф, я тебя попробую прикрыть. Получу, а у меня ладно, это... Гусеница 4 секунды. Уходи, я, ну, уходи куда хочешь, но я посоветую тебе где-то первая, вторая линия туда, Б1, Б2, да, туда. С твоими ХП толку не будет. Я тут стою как бы. Я вообще не знаю, что я сюда приехал. Ну я как бы думаю. О, братишка врезал. Он думал, он мне на полторы. О, еще один. Кстати, ты знаешь, у тебя тут сладкое. У тебя сладкое место, я смотрю. Все. О-о-о. Не, ну я их пугал сколько мог. Команда у нас, смотрю, слабая. Семенка победы рассчитывать. Ну, барабан, блядь. О, зато мы все слились, поехали дальше. Он барабан, что там сделал? Там мы ничего не сделали, у нас артиллерия есть, как бы, блядь. О, мученик в отряд зовет, может, пойдем?
Да, пойдем, я согласен, я только за. Туран, пойдем в отряд. Окей. Что это хоть за сервер-то был у нас? Там лагает так ужасно. Второй. Не, был. Туран зовет на второй. Да, я понял, а были на каком? А был мы на пятом. О, это раньше, ну, я в Украине жил, как бы. А раньше наш родной сервер был, ну, как бы, поближе к нам. Не пинговало никогда. Я знаю, что у вас, у меня друзья тоже оттуда. Ну, блядь, сейчас я ничего не скажу за те сервера и за людей, которые оттуда есть. Я играю, сейчас на первом в основном. Там самый маленький пинг. Но там больше всего нубов, ну, школьников. Там, понимаешь, там самый маленький пинг, но там сливов, ебать, для уровня. Ну потому что там школоты до хера. Вот. Первый, второй, третий. Вот эти самые, блядь, вот. Ну, третий еще более-менее. Вот первый, второй, это самые такие. Стоп, перебил. Пошли к Мучу в комнату. Пошлите туда, где они. Давай, найдем. Блядь, скажи, какая комната? Командный. Ниже чуть-чуть. Штук на 5. Все, окей, иду. Иду. Никитос. Привет. Привет, дружище. Как Муча, сам? Здорово. Здорово, нормально. Давай, дядь, Муча, давай все на арте выйдем, да? Давай. 8-10 человек на арте, давай. Давай одного светляка возьмем, все на арте. Не, у меня есть 50-100 и из 3 Яга 8-8. А, ребят, стойте. А давайте такое предложение. Давайте просто солянку соберем и выйдем. И посмотрим, как мы сыграем. Да, давай. Давайте разделимся на два взвода. Два взвода по 2-50-100 и 1-3. Не-не-не, он же говорит солянку. Это все, что человек захочет взять. Да, солянку это просто давай. Ну окей. Если все соберутся, да, давай. Да, это вся колбаса разных сортов. Восьмого уровня. Пожалуйста, Т-44, я не против. Я на нем не гибал. У меня звездочки на нем надули. Очень нет. Дай сказать. Можно, да? Единственный там, там звездочки. Давай, короче, собираем солянку. Если ты сейчас не набираешь, давай я своих друзей позову, может кто-нибудь придет в эту солянку тоже. Сыграем 1-2 боя с солянкой, а потом уже выберем, кто нам подходит, и доберем еще. Ты вообще предлагаешь четвером выиграть? А если доберем, опять... Нет. Алекс, хорош, ребят. Да, ну я что, я не стою. Серьезно. А мы можем зайти? Алекс, мы можем зайти. Алекс, слушай, я понимаю, что Украина, только не обессудь, совсем ёбнутая. Ну, вот. Неадекватно. Никто ж не отрицает. Ну, хочу тебе сказать то, что Владимирская область тоже ебанутая. Это какая часть России? Блять, а как я тебе скажу, какая часть? Центр... Запад, юг, восток, нет, это окраины города между Москвой и Владимиром. Знаешь, Владимир город? Послышал, да. Ну, короче, считай, москвич, да? Ну, это нет, недалеко. Москвич... Нет, москвич это далеко не москвич, блядь. Не сравнивай, Алекс. Чё, Москва большая? Москва большая, только мы деревня, ёпти. Ну, а чё, в Москве деревень нет или чё? В Москве деревень нет. Москва это одна большая деревня. Алекс, ты хочешь про Москву поговорить? Давай поговорим. Я тебе могу рассказать про нее, блядь. Да чё там, ну, пацаны рассказывали, говорят, сыро там, мрачно, короче, грязно и все такое. Говно полное, да? Да, говорят, не очень. Я вот в Киеве был, мне понравилось. В Москве не был, не знаю, не буду ничего говорить. Где ты был? В Киеве. Киев. В Киеве, блять, я думал в Киеве был. Да не, в Киев.
Киев мне понравился. Я понял, я тебе скажу, что Киев и Санкт-Петербург намного чище и красивее, чем Москва. Ну, не видел, но верю. Ну. И, кстати, если там, не знаю, учишься, работаешь, или там что делаешь... Да, отработал. Знаешь, так мельком. Ну ладно, отработал. Я тоже был тогда. Это, зайди просто на карту этого. Если не впадло будет, потом мне скажешь. Да, вот, Оренбург. Уже захожу. Владимир. Нет, не Владимир, блядь, Оренбург. Так ты же сказал, ты с Владимира. Нет, ты... Я с Владимиром. Я жил в Оренбурге, и жил в Москве, и жил в Владимире, блядь. Я. Короче, я по катанчике сверну, тоже открою карту. Да, я тоже хочу глянуть. Смотри, что там. Точку твоих маршрутов. А где ты Ребят, первый раз был? Родился где? В Оренбурге? Короче, самый первый это Оренбург. Убивай Оренбург. Окей, сейчас Google карта. Сейчас. И спутник, короче, спутник Оренбург. Надо включить. Погоди, карта Google. Спутник по-любому. Карта Гугла. Спутник по-любому это, блядь, граница Казахстана. О, Google карты. Короче, я вам скажу одно, то что самый чистый город это Оренбург. По сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом, ну и остальным. Ну блядь, понятно, блядь. Потому что ты там родился. Чё тут? Не, Алекс. Ты, блядь, не груби. Да я шучу по-черному что-то. Да я понял, что. Не, серьезно, насколько я наслышан и сколько я жил, там Оренбург самый чистый город по сравнению с остальными городами. О, кто не знает, кто, ну погоди, кто. Одну, 20 секунд. Когда Google карту откройте, там слева есть, называется, слева внизу земля. Землю нажимаете, будет спутник. Даже дома увидите. Мы даже найдем твой дом, если что. Если улицу скажешь. Спорим, что не найдешь. Спорим, найдем улицу, говори, найдем. Алекс, и даже скажу, какого цвета у тебя крыша. Алекс, вбивай. Давай. Сначала город. Оренбург. Оренбург. Деревня Алексеевка. Так, Алексеевка. Вбил? Да, погоди, еще вбиваю. Да, вбил. О. А дом не помню. Ладно, сейчас. Он, короче, либо в начале, либо в конце. Я смотрю, что ты знаешь. Что-то, блин, не увеличивается. А, не, ну фотки вижу. Фотки есть. А, вот это максимум. Ты знаешь, плохо сфоткали Google. Вот я про дружков могу сказать. Я свой дом видел. А у вас тут как-то с этим туго. Не зафотканные вы. Я даже не пойму, есть река Бакалка. Далеко находится. Далеко находится она за границей. Да. Там... То ли между, то ли граница. Она далеко, не смотри даже на нее. Так, сейчас... Просто, ребята, стой, Алекс, вбейте, пожалуйста, кто-нибудь Оренбург, деревня Алексеевка, и все. И да, скажи, что там вообще показывают? Поля. Одни поля и деревья. Сука, в тундре родился, блядь. Не серьезно, блядь, ни одного дома не вижу, пацаны не выложили. Ну тут есть фотки, понял? Ну фотки есть, короче. Не, а если приблизить? А я тебе об этом говорю, что Google, ну давай так логически все рассуждать, все. Как они снимают. Они все снимали квадратами, да, вот Алекс, ваш квадрат понял. Они засняли в миниатюре, то есть не в увеличенной, не подробно. А там уже кто как выложит. А вот фотки выложены, ну чисто вот деревья и поля и все. Вот даже сейчас смотрю. Причем всё, Алекс, я понял. Причем ну, можно. Я тебе можно... скажу, что Казань. Что я жил. Казань, Оренбург, Республика. Вот дорогу вижу даже. Причем фотки клевые. Извини, перебью, можно вокруг смотреть. Понял. Ну это в Гугле такая фишка есть. Как живу. Алекс, ты не был в Оренбурге просто, если честно. Не был. Я много где не был. Хотел там, бы побыть, но там, пока денег да нет. Хуй с ним много там не было. В Оренбурге очень красиво, поверь. Верю. Мне хватит даже насладиться.
Бать, я весь шар вижу. А вот если отдалить, можно даже космос увидеть. Видел, Муч? Лянь, космос в натуре и подсвечивается все. Круто. Не, молодцы. Так, давай дальше. А. Владимир. Как человечка убрать? Человечка? Еще раз на него нажми, попробуй. Только меня не убери, ебать. Вся хуя так и мучает, меня выкинул такой. Пока. А, это трасса какая-то. П-300. Нет, слушай, ребят, короче, объясняю такой ситуации. Я родился в Владимире. Ну, Владимир. А Владимир вообще крутой город. Вообще, вообще смотрю, тут церквуха такая блатная. Конечно. Вот только ее вокруг не посмотришь. Ленин, вижу, Ленин, да. Ну, у меня просто жена ругается, я немножко потише буду говорить. Окей. Короче, объясняю. Ленин, надпись. Мученик. На траве. Подожди. Короче, смотри. Давай сделаем просто карту. Набирайте Владимирская область. Уже набрали? Сейчас. Город Александров. Ага, стерлось. Не, погоди, сейчас стерлось. Вот Владимирская область. Пробел Александров. Александровский район. Александр, Владимирская область. Да, деревня вот. Холопово. Еще Холопово надо набрать? Да. Фига себе. Холобоны. Холо. Нет, Холопово. Нет такого. А, не, нашло. О, тут, кстати, дядь, я не знаю, где ты там в Оренбурге жил. Вот здесь даже дома видно. А, ну давай адрес свой. Дом помнишь? А чё ты вёл? Деревня Холопово, да? Да, ну я так прописал. Владимирская область, Александров, Холопово. Короче, Владимирская область, деревня Холопово. И пиши теперь D33. А, нет, так не высвечится. Надо улицу. А, там одна улица, просто пиши D33. Ну, дом 33, все, там одна улица. Я вижу, что одна. Здорово, бандиты. Здорово. Здорово, банда. Ну, короче, тут есть красные крыши, и зеленые крыши, и серые крыши. А, короче, серая — это моя крыша. Не, а тут есть один красный такой дом. Не, вот погоди, тут есть какая-то богадельня большая справа, вот я смотрю, если как я смотрю. Нет. Вот у вас там, ладно, деревня, пари, Холопово, вот тут есть какой-то или совхоз, или что-то. Здорово. 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 Это кто? Ребят, тут дядя Витя, точнее Шалунчик, проводит экскурсию по, блять, как она, географии. Присоединяйтесь. Да, давайте. Владимирская область, Александров, поселок Холопово, дом 33. Сука. Алекс пиздец, как увлекся. Так я смотрю, вот, не, реально справа есть большая территория. Большая территория. Не поселок, а деревня. Ну, деревня, Холопово. Ну, она хоть поселок, хоть деревня. Тут деревня Холопово, дом 33. Нашел? А дом не найдешь ты тут, ну не подписан у вас дома, ну вот, блин, Google не заморочился. Алекс, в этом плане. Там просто надо приближать, там есть. Ну зачем ты в Google ищешь, в Яндексе найди. Ты зачем мне Яндекс, Google круче. Google говно, блядь. Да нет, он все показывает. Ладно, согласен. Ну, кроме номеров, да. Вот таких деревнях Холопово он номера не записывает, знаешь, он не подходил, не спрашивал. Мир еще раз. Мир, окей. Говорю, блять. Вот единственное, вот смотри, вот там вот дорога идет, да, одна улица, я ее вижу. Вот смотри, с одной стороны нихуя нет, дома заканчиваются, а с другой стороны есть какое-то здание с большим участком. То есть или ферма, или стадион, я не пойму. Большая серая крыша. Вот если от него начинать. Хочешь, тайну поведаю? Да.
Короче, с одной... Я ж найду все равно, что это за задание. Я сейчас найду. Вызывай. Нет, подожди. С одной Дорогие... стороны, которой ты говоришь, то, что ничего нету, это одна половина. Там река идет. Давай так, ты... серая река. Серая да. называется. Да, а да, мне с другой стороны, серая. Там есть большая ферма или что-то такое? Есть. Она есть. Называется ферма «Коровник». А я о ней говорю. Вот от этого коровника, если выходить, твоя сторона левая или правая? А моя правая. Правая, хорошо. И отсчет домов идет от... Да, по прямой идти. Если и отсчет домов от коровника начинается или с другой стороны? В обратную сторону. От стороны реки, да? Да, от стороны реки. Ну тут уходят дома еще вверх немножко. Тут угу. есть чей-то коричневый дом с такой длинной фазандой. Какой-то. Нет, стоп. Ты наоборот, Алекс, считаешь, то, что у тебя идет сверху вниз, должно идти. Ну, я могу развернуть, ничего. То бишь, которые ты первые дома считаешь, они идут вверху. Которые, блядь, кто там флудит. Которые развернем. Ниже, они идут вниз. Тут все поворачивается, все крутится. Вот теперь смотри, у меня ферма слева, а река справа. Правильно? Так ты имеешь в виду? Алло. Снизу что, река? Не, а тебе надо, чтобы снизу река была, будет снизу река. Вот снизу да, река. Да, снизу река, сверху ферма. Да, да, вот. И была вот. Левая сторона, если на нее смотреть. Да, левая сторона твоя, да? Да, левая сторона моя. Вот теперь с речки считай 33-й дом. Ты, блин. Как же его так... С правой стороны у тебя четные идут, а с этой нечетные, правильно? Да. Раз, да. три. Блять, Алекс, ты мне мозг скрыл. Раз, три, пять. Нет, погоди, погоди, я считаю. Это я считаю. Три. После три шо идет? Пять, пять, семь, девять, одиннадцать. 33-й. Потом погоди, 11. После ней 13 идет, потом... 15, потом, а что после 15 идет, 17, 19, ну допустим, 21, 23, 25, Алекс, ты меня пугаешь. 27, я почти добрался, 27, 29. Ты только на 7, 31. Блядь. О, я нашел. У тебя как раз получается еще какая-то или уличка уходит между вашими домами там. Но она одна идет, блядь, прямая. Я понимаю, но вот тут разделение, если на поворот налево есть. А, есть. О, там, да, я нашел. Серый, дома. Да, серый дом у тебя. Какой-то ну вот там есть какой-то пристроечка. С торца дома, с другой стороны, стороны дороги, цифра, да? Цифра, о, да, с другой стороны, ты видишь, да. Это сарай, ну, гараж. Да, есть. Нашел я твой дом. Блять, Алекс, ты мне мозг, сука, вскрыл, я встать аж захотел. Я тоже, пошел я пасу, покурю и поехал. А да, я тоже. Смотреть через это, пешком? Да, вон у Алекса. Спроси, он все тебе скажет. Я же сказал, через Google карту. Есть участок, можно в Талгане посмотреть. Талгане, жаль, вернее. Тихо. Мученик, я, короче, Алекса ссать отвалю. Я поссать, говорю, быстро покурить. Давайте, поехали. Вот нас пятеро, погнали. Да, поехали. Погнали, да. Уже можешь нажимать, я успею покурить и поссать. Нет, у нас нет, набираем. Ну, давай. Алекс, сейчас, выйдите, дайте. Да я уже ушел. Короче, я сать, Алекс сать. Короче, если тебе интересно, набирай Владимирская область, деревня Холопова, дом 23. Там увидишь. И набирай народ, я сать хочу тоже. Я ушел. Сейчас дам тебе такой на 5-6 танков, да? 6-го уровня.
Правда, у меня есть чисто. Давай, короче, слышь, отряд, на шестерках укрепи. У меня нет чистого. Ну, может, и есть какая-то шляпа. Смотри. У тебя что там чири? Что там у тебя? Я продал, я купил 27-й. Давайте на шестерках. Давай попробуем на шестерках. А кто только что говорил? Тиран. А, у тебя ребенок спит? Тиран? Не-не. Просто смотрю, ты меня настроил, так тихо слышно, ну ладно. Где же охрана там? Приглотся кидать. Сейчас кину все равно. Мальчики, за артиллерийским дивизионом закрепитесь, пожалуйста. Пожалуйста, мальчики, Муча, Тиран, Балген, там, закрепитесь, пожалуйста, за артиллерией. Осталось только двое. Повторяю, за артиллерией закрепитесь, пожалуйста, ребятки. А мы шестерки собираем, да? Да, пока шестерки. Согласен полностью. Восьмерки не. Закрепитесь за артиллерией, пожалуйста. Да, закрепились. Сейчас Шалун придет, вообще офигеет. Сейчас он придет, и мы поедем, да? Что взять? КВ-85, наверное, да? На чем руки стоят, то и бери, чё. А, сейчас возьму нагибучку. Сейчас, погоди. А, блин. Да, сейчас я возьму, погоди. Сейчас такое. Алекс. Да, заходи, выходи, заходи там мученику еще раз. Киньте ему приглашение, лучше так проще будет, да. А он сам не может через закреп район зайти в вылазку, а? Но... Я иду. Он идет. Я иду. Я, короче, ставлю фугасницу с голдовыми снарядами. Буду выносить каждые 7 секунд по 300 хп. Может, по 400. Тихо. А, это кто говорит? Я говорю. Друговка говорит. Ребят, у меня 6 уровня, если подойдет, только арта. Балген-то мы уже заметили, а почему нет? Ты плохо на ней играешь? Мученика вообще 126.
помощи. Билет Черчилль за 75 рублей, который я второй раз купил, один раз продал. Нет, а подожди, это сейчас, блять, кто говорил-то? А так у меня три профы. Вот плохо, да, в РЛЕ нет, не видно, кто говорит. Вот в РК есть. Стой, ребят, кто создал эту хуйню? Муча. А создали? Муча. Почему? Потому что Муча. Нас мало. Я понял, ребят. Вы скажите, мне на арте поет, или я куплю, блядь, себе шестого уровня что-нибудь? Ну, лучше купи, если у тебя есть экипаж. Экипаж есть? Есть наполовину экипаж, есть перки, есть вся хуйня. Ну, экипаж с лампочкой, если есть, то... Экипаж с лампочкой нет. Ставлю полголду. Перки, блядь. Но это не бесполезно. Это бесполезно. С лампочкой это вообще не надо. Есть лампочка. Это что между тем и тем находится, в серединке. Ребят, подождите. Просак, это типа. Сейчас, мученик, это сейчас ты говоришь, да? Да. Мученик, то, что у меня есть ЛТ любого уровня на моей ветке... Ну, ЛТ бери. ЛТ бери, там сколько есть шестого? Блять, вот нет, у меня есть только ПТшка. Я хочу себе тоже ЛТ. Т-20 какой-то. Я тебе просто говорю, то, что у меня ЛТ все без лампочки, но они хорошо вкачаны. Без ламп. У меня перезарядка там 2,5 секунды или сколько. Господи, ребята, мы играем за кирпичи, вы можете взять танк, на котором у вас есть руки. Все, все, маста, поехали, не ругайся, поехали. Причем не, я против Су-26. Все, ребят, не ругайтесь. Маста, фи... Блять. А чё, муч, не был? У тебя ж был... Да погоди, муч, всё, муч. Блять, не ругайтесь, я не... А чё, нету танка у тебя? У них вообще одного не хватает, поехали в жопу. Давай. Нету у меня. Нету. Есть 5 уровня тяж, но он отстой. Муча, кричи куда ехать, хватит базарить. А лучше бы ты взял 5 уровня тяж, отстой, чем 126. Блять, скажите мне, кто ругается так? Странник, он сюда ругается. Баумгеру. Ну, блядь, мне похуй. Блядь, скажите мне, кто так ругается. Куда едем? Я, короче, горку держу. Ребята, блядь. Да, держите, артур прикрывайте вот отсюда. Все защищаем базу, странник, держи вот тут. ПТ, дядь, вот держи вот эту сторону, на балкон залазь. И центр тоже. Странник там. ПТ-шка там. Нет, три арты, там. Ебать, пацаны. Вы красавцы вообще. Опять тащить. Кто светит? Странник светит. Он сейчас тупо меня зарашит. Пожалуйста. Че, не светится? Все, стреляйте по балкону там. Сейчас я буду светить. О, тише, 3-4. Не спеши. На нахуй. КВ снимите, едет нагло, хочет убить. Вообще, ебашьте почем. На что душа лежит? Блять, меня пиздят что-то. Не хуйски так пиздят. Блять, отъебись ты, КВ. Ребята, помните, каждый урон это кирпич, так что наносите урон, если не да. можете отбиться. Да базару нет, ты видишь, у меня тут пизда. Вот это вы зря взяли много арты. Они же нагло лезут просто. Так светить надо было, не подставляться, что вы делаете? Так светили, ну куда ж там светить? Они ж видят, что три арты, они тупо лезут. Падают с балкона прямо на тебя. Сука, СПВ убейте, типа, что вы делаете? Да хорош, ебать, ребят, ну вы чё? Тайп, блядь, тайп 64, он самый лох, ебать, у меня есть такой танк. Был. Я разок только попал. Тихо, подождите. Это. Сейчас, ребят, выйдем, блядь, дайте от команды, пожалуйста.
без проблем. Сейчас я подумаю, может, что-нибудь можно продать и купить или заработать. А что у тебя за тяж муч 5 уровня? Скажи. Не, на, не надо ничего, блядь, кому продавать. Тихо. ТБ можно там. Блядь, ну подожди. Ну я и 8-8. Хоть 9-9. Я 2 кирпича заработал. Да хоть 3, блядь, я рад тебе. Хуя себе. Салон, все нормально, не ссы, прорвемся. Арту надо просто не блокировать и помогать. Стой, скажи мне ник. Мне ник, кто говорит? Ты меня по голосу не знаешь? Нет, честно, я не знаю, я просто мало сижу. Охуеть, дайте мне. Ну давай еще раз. Туран. Почти. Номер 7, посмотри. О, голду заряжаем очень. Все, сеть отстранит. Все, узнал. Так, две арты, хорошо. Ребят, подождите. Одна арта есть. Две. СУ-8. Хорошо. СУ-8, у тебя есть что-нибудь вместо этого? Вообще ничего. Он говорил, нет, у него только арта. Блять, у меня тоже только рота, сейчас, подожди. У тебя светляк есть, бери светляка. Вы хорошо сыграете, если играть будете. Ладно, хорошо, мы хорошо сыграем, все, базар у нас. Ну распредели, куда свет, куда тяжи, все, все, и поехали. Все, все, давай, поехали. А да, кто там только свет был? Сам за лампу включи, салон. Все, я включу, все, все. Мужчин, закидывай, давай, я сейчас расставлю всех. Давай, давай. Давай, погнали, давай, красава. Ну, вообще предлагаю все покомандовать все, семером все по очереди. У каждый бой. Я сейчас покомандую, только да, сразу да, еще не обессудьте. Они красные, все, все. Тихо. Скажите мне, пожалуйста. Баум. Тихо. Спасибо. Руслан, ты на роте хорошо играешь? Все. Тихо. Бля, ребят, заебали. Тихо. Русланчик, давай на правый фланг. Ну понял, кишку кроешь. Я на левый фланг. Один Черчилль. Один Черчилль и М4 АЕ-23. Ну поняли. Да, Мазай. С нами налево. Остальные все направо. Все направо. Хорошо. Черчилль. Да. Вообще отлично. Хелкат, КВ-2 и СУ-8. Все направо. Не, Черчилля мне налево отдал. Командир, ты гений, я уже пол левого фланга поехал, ты меня направо посылаешь. Блять, ну если у меня связь заходит, я... А Черчилля наоборот справа налево. Юкон, нихуя себе ты, ну, трамплинчик. Блядь, поменяйтесь, ну если у меня связь заходит, так долго. Все нормально, нормально, расставил, поехали, разделились. Блять, я из-за вас врезаюсь, но если у меня связь долго заходит, что я сделаю? Нормально, нормально. О, муч, все правильно. Все. Все, короче, смотри, мы вот тут вот дефим. Все, дальше не едем. Да, все, стойте. Никитос голду зарядил, я на голде вообще. 70 на голду. 37 по центру пойдут. Все, все. Ох, Черчилль. Вот они, вот они. Снимаем, Черчилль снимаем сразу. Мышка, мышка что-то у меня заедает. Ребята, а вы держите. Который в банане. Помогай, помогай, Черч. Вот это что-то. Я вот доберусь сейчас. Нахуй. Блять, я хотел даже. Да ты добираешься, они кромбер лучше забери. Черчилль. На нахуй. Все, меня забрали. Черчилля. Отлично, Черчилль. Блять, хорош. Ребят, все. Все, едь забирать, Рассидно. А вы держите в банане, ребят. Не плодите. Все, вы стойте в банане. Да и хуй с ним не пробивай. Держите банан. Вы, главное, держите, который, блядь, в штанах. Мы сейчас здесь разберем 37-ку и... Вот это арта.
Приедь лучше к ним, помоги вот тут. Приедь куда-то сюда. 37-го он доберет. Блядь, подожди. Да ты быстро вам... 37-го добирайте, и я уеду. Никитос. Наеби. Блядь, Черси, ну добери ты ее, у тебя брони больше. Хорош. Нормально, вот, нормально, давай, 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 давай. О, отлично, красава. А теперь помогай, пацан. Я посвечу, пусть все. Как не лезь. Блядь, тихо. Ну, ребят, ну дайте скомандовать. Все, Черчилль и... Блядь, мы вдвоем остались. Все, все, Черчилль, стой там. Я немножко, да, все. Спокойной ночи. Спокойной ночи, да. Я рад. Я ушел. Черчилль, будь там. А что будь там? Обходи. Обходи вот с этой стороны. Нет. Примей. Нет. Вообще едь на базу, бери. Ну что, останься на горке, Хэл, иди свети. Короче, ребят. Вы вдвоем продавливаете правый фланг. Мы с Черчиллем идем левый. Все, пошли на базу, давайте, давите. КВ-2, СУ-100, Хелл. Видишь, Никитос, это ж лучше, чем 126. Я голды на 20 тысяч потратил. Да я не спорю, ты, наверное, вон он посерединке прорвался. Да, Черчилль разворачивается. Разворачивается, конечно. Погоня. Черчилль, давай за мной. Все за мной. Да, 10 минут его сожрать можно. Сколько там у него ХП? Не вижу. Конечно, вполне, ебать. КВ-2 с одного выстрела. Да я даже стрелять не буду, я тараном его фиксирую. Давай тараном, а я просто забрать. Да. А я бы ебнул. О! Ой! Вообще, пацаны не ждали, да, такого? Нежданчик. Ну чё там, сколько я кирпичиков отложил? О, 14. Уже лучше, чем 2. Ну по мне 12 7. Раз стрельнули, да. Нормально, я в плюсе, плюс 6 тысяч. А можно я скажу пару слов? Можно, да? Да. Можно маску заляжку. Да это понятно, что можно маску. Блять. Это. А, вентрили все есть? Да, все. Короче, все. Объясняю. Нам надо арту одного уровня. СУ-100, блядь, Черчилль. Да хуй с ним. Поехали. Так, еще раз попробуем. Че тебе не нравится? Просто арта немножко выехала и все. Честно, мне не нравится. Потому что это, блядь, не тот командный подбор, который нужен. Ну как ты, солянку просил? Вот тебе солянку. Это лучше, чем три арты. Алекс, блядь, я сказал, поехали. Так, да. Мучься. Посылай меня, и все, я разберусь. Я понял. Я ни про кого против не говорю. Я поехал на том, что есть. У меня 4000 боев на КВ-2. Мы можем вообще не играть, только ему светить. Ты, блядь, тихо вы, ёбаный свет. Я красавчик. Я рад. Я очень рад. Он красавчик. Так, короче.
А, Хелл, нет, Су-100, ты остаешься возле базы, вот здесь вот на ЖД. Окей? Да хорош, блядь, я никак нет, ну послушай, я немножко команду. Короче, Су-100 вот здесь вот, а, на вот эту гору идут КВ-2, блядь, КВ-2, М, Мазай. Е-2. Мазай, говори, все, еду. И Хелкат, да, Мазай и Хелкат. А на другую сторону идут ФВ-304 и Черчилль. Черчилль направо. Су-8, я тебе не сказал, да? А, Су-8, а ты встаешь вот за лес и вот сюда вот. Эти, а, ребят, разберись, пожалуйста, быстро. Потом будете меня судить, если что-нибудь так. Да, конечно. Сейчас главное встать. Все, на правом флаге ФВшка и Черчилль. Остальные все снимайте 85-ку. Сразу. Да, запросто. КВ-2, сейчас. Блядь. Все, раз. Ребята, объясните мне, почему я здесь один? Су-8, я сказал, вот сюда встань, пожалуйста. Вот Су-8. Все, дави. Да, аккуратней, Хелл, не вылазь. Я, блядь, играйте на арту, заебали. Сначала на арту, потом на все остальное. Сейчас, Хелл, я вниз еду, я, короче, их достану. Су-8, помогай. Блять, не попадает эта пушка. Ребята, играйте на арту, блять. Ну, блять, играйте на арту, ну заеб... Черчилль, давай. Убираем этого КВшку. Давай, я пошел. Ой-ой-ой, сейчас сожрут. Бля, не пробивает, что за хуйня? Блять, потому что железа мало. У нас две арты, блять. Да. Да, согласен. Какой Т, блядь, 3 СТ, точнее 2 СТ, блядь. Одно СТ, 2 ТТ. Да. А давайте это КБ, не... КБ давай заму. У нас 7 человек, восьмерки там у всех. Давай я замучу КБ. Да, потом давай. Соберите все, я замучу. Давай. А то шестерок. Там хардкорнее просто. Ребят. Команды бой сейчас нет смысла играть, ребята. После обновления будет смысл. Как это кирпичи? А так просто так просиживаешь штаны. Не, нам. Во-первых, ты не про. Стой! Ты не просиживаешь штаны, ты поднимаешь себе рейтинг. Статистику. Да. Рейтинг. Какой хер, вот. Кирпичи нужны, а я статистику поднимаю. Да нахуй тебе кирпичи, тебе рейтинг нужен. Рейтинг. Кирпичи тебе сейчас не нужны. Ну вот смотри, мы проиграли, сколько ты мы кирпичей говоришь, заработали? Раз, два, три, четыре. Кирпичи нужны, ты всем отбивать будешь, потом укрепаешь. Это паками или матами? Да, блин, ну я не буду спорить. Стой, Алекс, я тоже не буду спорить. Во-первых, я тебе объясню, кто там говорит. Это говорит командир клана Странник, пожалуйста. Хорошо, командир клана Странник. Командир в курсе, зачем что надо, а ты его переубеждаешь. Я тебе еще раз объясняю. Во-первых, укреп район, сколько я здесь существую в этом клане, укреп район, здесь особо никто не играет. Очки КБ, которые влияют тебе на личный рейтинг, они тебе нужны, это раз. Во-вторых, в новой версии тебе вводится КБ, который будет определяться по, блять, я тебе сейчас не могу объяснить, ты видел? По очкам рейтинга, правильно. Только тут в другой версии. По очкам рейтинга, стой, я тебе еще раз объясняю. Ты очень часто выходишь в укрепа. Ну, я слышу ответ, ты очень часто выходишь в укрепа. Да я все здания отстроил. Ты все здания отстроил. А я, блядь, сколько был в кланах, по крайней мере, в этом клане, я был, блядь, только раз 3-4 в укрепе.
И никто в него не гоняет. В него собирает. Я не спорю, в него собирает. Но никто в него не идет, блядь. А в следующей обнове, как кто-то мне говорит, в нем будет укри... Да, КБ. В нем КБ рулит. Если тебя что-то не устраивает, пожалуйста, можно? Нет смысла играть, там никакого прикола не будет. А, есть прикол. Во-первых, это... если у тебя... Стой. Алекс, подожди, если у тебя нет смысла, пожалуйста, иди в рандом. Если у остальных есть смысл, остальные понимают себе КБ. Давай не будем стоять. Я могу объяснить по укрепам. Хотите, объясню? И странник сам знает. Ну, давай. Если вылезти выше 4 уровня, ты понимаешь, что нам придется отвоевывать их. Правильно, да? Последний опыт показал, что... Погоди. Последний опыт показал, что отвоевывать мы не умеем. Нападать мы не хотим. Некому. И никто этим заниматься не хочет. Давай на четвертых уровнях пока остановимся. Да, я не против укрепов. Но вот на данный момент нет людей. Нет техники. Сейчас будет новая версия обновы. Нужно докачать до четвертого уровня укреп. Я тебе не говорил, что надо его больше прокачать. Надо хотя бы до четвертого. Дальше будет по-другому. Да, успеем. Успеем. Куда спешить? Успеем. Нет людей заинтересованных и техники для укрепов. Вот собери сейчас 10 человек 8 уровня хотя бы. Где они? А можно я скажу? Ну, договори, я в принципе закончил. Спасибо. Ну, я просто в укрепах играл. Во-первых, сейчас смысла нет укрепа собирать, потому что, во-первых, нет техники, это раз. А, во-вторых, нет даже с техника адекватного народа, это два. А, во-вторых, укреп сейчас не рулит. А 9-7, которая выйдет, она выйдет на КБ. Она не выйдет на укрепа, она выйдет на КБ. Который будет сделан специально для соревнований. Я вам даже больше скажу. Есть интрига. Никто еще не знает, для чего созданы эти легионы, которые будут ладеры, которые будут проводиться всего лишь раз в сезон, то есть раз в квартал. Может, всего лишь два раза в год. Еще никто не знает, ради чего. Может, это будет ради голды, может, ради какого-то, ну что-то будет. Может, какую-то технику дадут. Вот. Но не в этом даже смысл. Не смысл. Саня и Шалун, еще раз говорю, я командир этого клана. Наверное, я знаю, что я делаю. Да, я не спорю. Алекс, не буду спорить. Стоп. А я поспорю. Вот, Алекс, еще раз, я просто... Подожди, тебе смешно. Я в Вентриле никто не вижу, точнее, никого не вижу, кто сейчас со мной разговаривает. Я знаю по голосу Алекса. Странник, это говорит, ёбки. Странник, ёбаный свет. Вот веришь, нет? Вот смотри, ты клан этого... Точнее, блядь, как там говоришь? Короче, ты, по сути, если ты... Замандир. Если ты здесь, то ты знаешь каждого своего сослуживца. Знаешь такого Максима? Какой ник? 1799. Максим, он отличился везде, его брат тоже отличился. И который брат сейчас отличился, с тобой разговаривает ты на ты. Я был до этого в кланах. Оно, вот это вот КБ, блядь, оно ни на кого не влияет. Оно влияет только на статистику именно игрока. Понимаешь, и на укреп, который, блядь, вкачивает вот эти вот, там, 2% усиленного опыта, блядь, 2% усиленного, там, поднятия этого... серебра. Просто, видишь, сейчас просто я не хочу слушать, просто идет разговор с человеком, который не знает, объясняет то, что не знает, тому уже знает. Я тебе объясню одно, что если поднять укреп от 8 и выше, там идут солидные бонусы, например, голда и так далее, а это надо. Ситистанец, ты сейчас со мной хочешь поспорить, да? Хотя ты командир этого клана. Давай с тобой поспорим. Укрепов не идет голда? Ситистанец, давай с тобой поспорим. Вот серьезно, я тебе сейчас ставлю спор. Давай с тобой, вот кто? Алекс, Баумер, Мученик, Туран, ты и я. Вот, давай поспорим. Короче, смотри, такая ситуация. Вот я тебе скажу, что ты когда заходишь в Вентрилу, да, там надписи какие-то появляются. Ты их прочитай вначале. Сити Странник, да? Я каждую надпись вижу. Да? Во-первых, я вижу. Вентрилу, что написано? Во-первых, я когда захожу. Танки, я вижу, что сначала надо зайти в Вентрилу, после этого надо зайти в танки, потому что надо нужна связь. Что там написано? Что тебе именно интересует? Я спрашиваю, что там написано.
Я тебе еще раз говорю, когда заходишь, написано, что, блядь, перед тем, как зайти в танки, надо зайти в Винтрилу. Прежде всего, надо поздороваться, блядь, с остальным составом. Ну, а дальше? Я тебе сейчас прочитаю, я точно не помню. Крик районный, командный бой. Вот, а ты, пожалуйста, ты запомни по Москву, и давай потом поговорим, ладно? Не, подожди, стой. Одно дело то, что ты составил правила, а другое дело то, что я тебе говорю, которое есть. Чё ты начинаешь сразу... Я понял, что ты командир, а чё ты сразу начинаешь заднее делать? Давай с тобой поспорим, вот. Просто, блядь, я ради принципа. Я говорю, что вот, там, когда заходишь, Сити странник, давай, если... В смысле, я нарушаю? То бишь, если я тебе противоречу... Сиди странник, то бишь, я тебе, если противоречу... Я работаю, сука, плавщиком. Я нарушаю все правила своих начальников, начальников смены, которые стоят выше. Я с ними спорю. Если я сейчас с тобой спорю, ты хочешь мне что-то по этому предъявить, давай с тобой поспорим. Если я проигрываю, я просто ухожу из этого клана. Спокойно, и все. И тебе больше не ебу мозга. Да нет, речь идет о том, что... Прочитай, что ты... Сити Странник, ты хочешь вывести свое КБ, точнее, укрепрайон, который давно уже немножко отстал. Да, он есть там по системе поднятия... Блядь, как его? Да укрепрайон, это просто так собрали, чтобы собраться. Это так собрали, которые понимают просто процент. У нас главные земли. Главные земли. А земли это уже они ГК. Есть? Земли это... А давай вопрос зададим. Они есть земли, а вы держите эти земли? Ну, а ими кто-нибудь занимается? Вот в том-то и дело, что земли... То же самое про укрепы. Давай разберемся так, давай спор ваш затухнем. Есть человек, который... Давай, вот найдите людей, которые будете заниматься тупо укрепами, человек, который будет заниматься тупо ГК, и человек, который будет заниматься тупо КБ. То есть всеми режимами, которые есть в этой игре. Вот давайте с этого начнем. Я, допустим, я отвечаю за себя, я могу даже... Нет, ты солдат, ну да, давай, ты новобранец, ты солдат. Ну ты, как бы, ты, хорошо, допустим, тебе ближе КБ, ты в КБ. Тебе ближе отряды, ты в отряды. А ГК, допустим, обязалово. Вот у каждого клана должен быть устав. Если странник намекает на то, что укрепа это обязалово, ну, значит это обязалово. Это обязалово этого клана. Вот у клана может быть какие-то приоритеты. Он... Если у него приоритеты укрепы, ну так давайте укрепы, хорошо, давайте. Вот сейчас в клане, погоди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну на 15 человек точно хватит. Вот докажите им 15 человекам, вот, что сейчас мероприятие и прайм тайм укрепов. Странник, давай начнем с этого. Вот докажи им, что сейчас мероприятие укрепов. Мы здесь на данный момент собрались по своей воле просто погонять в укрепы. Я еще раз говорю, если вы хотите активировать какие-то там эти самые, сделайте прайм-тайм, сделайте обязалово. Тогда люди будут понимать, для чего они в этот клан заходят и для чего они здесь играют. Вот без прайм-тайма у вас ничего не получится. Добавляй. Все, спасибо. Во-первых, я недолго состою здесь в этом клане, я 100 с чем-то дней здесь состою, но у меня еще брат стоит в этом клане. Насколько я знаю, что этот клан состоит на соревнованиях. Ну, все знают, да, вот эти воскресенья, то, что, блядь, кто-то выигрывает 500 О, воды, я поддерживаю, там... да. Больше половины тупо за голду, то есть на халяву. Тупо? Да. Тупо, вот. Это я вы разбаловали, это честно говоря, сделайте другие приоритеты, сделайте основу, вы хотите сделать упор. Вот эту хуйню вообще уберите, тупо халяву. Не, стоп, да. Стоп, подожди, блядь, извини, кто говорит? Я говорю, Алекс говорит. Алекс, вот, точно, пожалуйста. Это, слушай, Алекс, и Сити Станя, смотри, какой я хотел предложить предложение. Так, я хотел себе курить, да, я тут понял, все равно... Мы, походу, впустую говорили. Охуенно. Подожди, Алекс. Получается, мы с Алексом и я, Шалун, которые состоят в клане солдата, да? Мы, получается, сейчас что-то пытаемся... Он отписал в общем чате, что он пошел курить. А теперь он написал, что он пришел. Ну давай еще раз, давай повторим.
Вот странник, смотри. Так, еще раз. Не, я повторю. На основу ну давай. Я просто устал, я только что с работы, всю неделю отработал. Мы заебись. Тоже. Стой. Извини, я тебя перебью. Я тоже сегодня, я сутки, сука, не спал. Я тоже пришел с работы. Я зашел в клан. Я тоже я та же сижу. Я вот, пожалуйста, прошу, послушай меня, если... Короче, в пизду, я даже развернусь. До свидания. Вот. У меня нет уважения к такому клану. И, грубо говоря, зайти еще раз в Винтрилу, почитать правила, а потом что-то... Хорошо, Сити Странник, а ты не хочешь послушать тех, кто хочет выиграть свои правила, точнее, поставить хотя бы свою точку зрения, блядь, а не те правила, которые поставили вы? Мы затронули больную тему. Погоди, приоритеты клана. Сити Странник, я торчу здесь 100 дней, я ни разу, блядь, не видел ту точку зрения, которую я слушал. Подожди, ты меня даже сейчас перебиваешь, понимаешь? Сити Странник, ты можешь меня послушать? Я понимаю, ты тоже спал, я также полтора суток не спал, мне еще сейчас спать, а послезавтра идти, блядь, на работу, нахуй. Не факт, что я буду день спать. Пизду, ебать. До свидания. Причем, блядь, никто не читает, у меня каждый день, нахуй, везде высвечивает это, блядь, правило твое. А смысл, блядь, от этого правила, если даже меня не слушаешь, нихуя. Ну, знаешь, чего-то пукана рвет, и он пьяный, как бы, я не считаю, что нужно общаться, если честно. А, вот так вот ты. Не, ну он тебе говорит реальные вещи. Смотри, вот воскресные турниры. Я мы не говорим. Я попросил об одном просто одолжении сделать, да, так сказать, прочитать правила. Он не хочет, как бы, он их, давай, он давай. Он тебе говорит о том, что он их читал. Я сейчас зайду в интервью и тебе заново прочитаю. Если бы он прочитал, он бы сейчас по-другому разговаривал. Пустим. Зайди, Шалун, перезайди, а я ему объясню по воскресенье. Я там что почитал. Вот смотри, Странник. Мы пока ты отходил курить, мы оговорили о том, что ваши воскресные турниры разбаловали бойцов. В том плане, что они принимают в турнирах все участие, а в тех мероприятиях, на которые вы поставили приоритеты, никто участие не принимает. Вот ты за отряды, да, за укрепы. Я единственный. Не, ну ты единственный. Я вот за 3 ты года, образец, ты порядочный. Я за 3 года, да. Единственный. Да, за да. 3 года, раз в год я участвую, ну, в турнирах. Давай, о том, что вот какие приоритеты у клана, на какие мероприятия. Сколько тонн вы берете массово все, то есть КБ, отряды и ГК, или какое-то конкретно одно мероприятие? Вот объясни. Дай, пожалуйста, слово, я зашел уже. Заходите на сайт, например, Сити Странник. Сити Странник. Товарищ командир. Понятно. Утереть, керамик класть, спорить, там, да, понятно. Для удовольствия. Да, я тут трусы на жопу натяну себе там. Но я так считаю, что шкафы в клане, которых надо пылью вытирать, они тоже нихую не нужны. То есть так, для численности, для галочки. Вы вот думаете, что никто ничего не делает. На самом деле делается очень большая работа. Постоянно обновляется состав, коллектив. За нарушения удаляются многие. Да, я вижу обновленный коллектив, в которых даже связи нет, которых нету в онлайне в связи. Вот я вижу этот коллектив, да. Который не принимает участие в мероприятиях, я тоже вижу этот коллектив. Вот тебе 15 человек, ты собрал отряд. Где здесь 15 человек? Где здесь 10 уровня? Где здесь 15 человек, которые зарабатывают кирпичи? Где они? Где прайм тайм, который на неделю рассчитан? Я не вижу этих. Где график? Сань, ты знаешь что? Я заходил в интервью, я не вижу прайм-тайма, я не вижу графика. Нет, ты Тусю знаешь? Знаю. Конечно, знаю. Вот у меня точно такие же проблемы, да? Там есть что-то не собрать, лично кто-то не слушается. Я все-таки считаю, что дело идет человеческим методом, да? Потому что, да. Когда я что-то устраиваю, я постоянно набираю. Каким образом, я не знаю. Ну, тебе везет. А можно мне сказать, вот, Сити Странник, Санек. Санек, вот... Пиздец. Шалун сейчас очень, грубо говоря, нарушает много правил, но я терплю его.
Сидистанец, можно я скажу, может, после этого ты меня поймешь? Это человеческий, понимаешь? Если хочешь высказать что-то, то вот донести мысль. Он даже меня не слушает. В любом виде, поварком, с письменом. Хорошо, стоп. Да давай, дадим слово каждому. Стой. Ну пукан рвет у всех, бывает, у всех пукан разрывает. Блин, мне можно сказать, Сидистанец или нет? Просто на самом деле Шалун не мог сказать одного. Не скажи, не хочу я играть просто в ваш странный кирпичи, давайте с МКБ. Нет, он начинает спорить, доказывать, понимаешь? Все, тут вопросов. Сидистанец, можно мне тебе сказать? Совсем не прав. Да можно мне сказать или нет? Вот ты говоришь, что я рву пукан. Я не могу даже сказать вот этого слова, понимаешь? Сидистанец, ты... Сидистанец, можно тебе... Просто нужно спокойно играть. Пиздец, ебать. Сидистанец, можно мне сказать? Я уже прошу 2 минуты, чтобы мне что-нибудь сказать. Можно? Понятно, ты просто, сука, ты просто забил хуй на меня, ебать, который я тебе, блядь, пытаюсь что-то советовать. Да ебал я этот в рот клан, блядь. Иди нахуй. Перестаньте, ты больше с Москвы. Честь? Да, вот и... Че? Я что-то слышал. Ты блять он ушел. Это эхо. Вот видите, это эхо. Ну на чем остановились? Так что, будем собирать что-то или что? Или там тройками, парами? Давайте собирать. Взвод без палок. Ай, блин. Не, если кто-то считает мои действия как руководство осквернительными... Нет. Пожалуйста, есть высшее руководство. Каспер, скажите. Нет, не в этом дело. Просто... Ну, есть же опыт какой-то, да, по кланам? Вот у тебя есть? Да, конечно, есть. Я тебе говорю, что он начал спорить? Сказал бы, да не хочу эти кирпичи заработать. Давайте просто людей постреляем. А об этом и была речь. Речь пошла о том, что подходящего сетапа... Подходящего сетапа на данный момент для отряда нет. Давайте соберем КБ. У восьмерки у всех есть. Мы поиграли спокойно. Как я считаю, и, кстати, доказывал не раз Касперу всем, проблема ГК, это проблема игроков. Я собирал ГК, вот реально из салата, просто, знаешь, что у тебя, арта, не, нахрен, а есть что, у меня ТТ 9-го, давай 9-ку, нормально, да, так, поехали, так, у тебя что, я собирал просто такую солянку, мы тянули до финала, понимаешь, просто я вот заходил после работы, как сейчас, о, ну, блин, кто будет командовать? Ну, вы ж, это ж не смысл, вот какой смысл, да, ну, может быть, я что-то не дочитал, какой смысл данного клана, чего вы хотите добиться? Ну, смотри, короче. Добиться. Тебе какие танки нравятся? Мне, например, нравятся ТТ и арта, а тебе? Ну, я начинал с арты, ничего против нее не имею. Мне нравятся более сложные классы, это ЛТ. Читайте. И ТТ. Вот, я же тебе о чем и говорю, что как бы каждому нравится, как говорится, то, что... Ну, вот, понимаешь? И я не считаю, что если у игрока есть ТТ, его не надо брать на ГК, потому что там что-то не то. Или наоборот. Но речь не о том, приоритеты клана какие? Для чего создавался клан? С какой целью? Любительский клан. Клан интересов. А клан интересов. Клан. Ну, по опыту, да? Я тебе скажу так. К чему приводит клан интересов? Это мебель, которые либо ради халявы собираются, либо тупо ради интересов. Вот, должны быть какие-то немножко жесткие правила, хотя бы частично жесткие. То есть я ж говорил, прайм-тайм на 3 дня хотя бы сделайте в неделю. Пусть это будет какой-то из выходных дней, пусть это будет 2 дня среди будней, по вечерам, когда всем удобно пришли после работы поиграть. Вот. И все. И у вас все проблемы решатся. И этот прайм-тайм должны соблюдать все. Кто не соблюдает прайм-тайм, либо отговорку какую-то, то есть
Человек докачивает какую-то там ЛБЗ, не знаю, там боевую задачу на марафон Т-34, вот он не может там, или он зашел всего лишь на пару боев, он не может делить время. Вот. Остальных людей, кто не посещает данный прайм-тайм, тупо удалять. Вы, у вас численность сейчас в клане, да? Давай, ну ты в курсе, наверное, да? Сколько человек в клане 80. Числится? 80 человек. 80. В онлайне реально среди 80 человек может появляться человек 30. Реально. Вот. Нужных людей, погоди, тех, кто играет в танки, от нужных людей будет человек 30, а то и больше. Вы уже сможете даже двумя командами выходить на тот же ГК. Это раз. Остальных людей тупо надо удалять. То есть вам нужен настолько жесткий перебор. Это если вы хотите добиться чего-то такого более серьезного. И если это тупо клан интересов, к чему он приведет? Он приведет тупо к халяве, тупо к голде по воскресеньям и все. И у вас будет в онлайне человек 20 максимум. Я слушаю. Ну давайте я перебью. Вот посмотри, короче, клан не новый, да, все. Все, кто отсюда уходил по собственной воле, вот как сейчас вот, да, допустим, Шалун орет, что-то психует, там, жопу рвет, они назад возвращаются, потому что здесь приятно играть. Во-первых, во-вторых, ГК, зачем тебе ГК нужно? Вот, чтобы получать голду. Так у нас и есть голда. Все, а в чем проблема-то? Лично я с ГК еще ни одной голды не получил, это раз. И я ради голды здесь не играю. Я играю для командной игры, потому что данный рандом в данном патче мне надоел. Я начинал играть, я рассказывал моим парням. Я начинал играть, я сейчас посмотрю даже, я уже забыл с какого. Я начал играть, по-моему, с 2011 года. Я видел совсем другую игру. Данный рандом меня не устраивает. Для этого я вступил в кланы, потому что это более мне интересно. Я боюсь, что я скоро вообще заброшу Wargaming и перейду тупо в War Thunder, потому что данная игра меня не устраивает. Если я не найду тот клан, в котором я смогу играть командой, меня эта игра не устраивает. Потому что в War Thunder я видел новые для себя открытия. Там новые возможности и более реальные, чем здесь. Рандом испортился. Ну, 80%, ну пусть спорю. У него 70 шоколады. Я все понимаю. А может быть War Thunder или как? War Thunder, War Thunder, неважно. Я тоже играл. Нет, там есть свои плюсы, есть минусы. Но мы здесь привыкли просто. А что, как переводится? Ну, я нашел странник, я нашел сравнение. Это Counter-Strike от Wargaming и Battlefield. Это War Thunder. То есть да. более симулятор и красивый. Или более такая киберспортивная игра. Это Wargaming. А Wargaming просто больше киберспорту относится. Саня, хочешь поржать? Давай, поржу. А ты, чтобы попасть в клан, подсосал у меня. В смысле? Да, кстати. Я там вот так шалун пью. Прикольно, да? Вот видишь, как у людей пука рвет вообще, да? Понимаешь, да у всех психики. Ну, он выпивший, не обращайте внимания вообще ни на все, что он пишет. Он выпивший. Неадекватные мысли, да. Не, он о своем хотел довести, и он, может быть, даже нас сейчас слушает. Вот. Я просто. Я же пытался ему объяснить ситуацию, что не надо спорить, зачем доказывать. Я же все знаю, туда и обратно, плюсы и минусы. Скажи, вот не хочу я кирпичи, а хочу просто это. Это нормальный, короткий мужской ответ, да? Не какие-то, знаешь, как бабские задумки там. Я хочу через 33 колена себе. Да скажи по-русски. Шалун пытался объяснить, почему, как бы это сказать, не в тему сейчас укрепы на данный момент. Укрепы будут всегда в теме. Я ему тоже объяснил, что если прокачать до 10 уровня, будет и голда, и все будет. Но тут видишь, как бы у него есть цель. Алкогольное опьянение и настрой. И другие мнения его не интересуют. Я еще раз, может, повторюсь. Самое главное, нужно делать основы. Что нужно... ГК и укрепы, они схожи. ГК и укрепы, они схожи. Вообще укрепы это даже те же самые роты. Это те же самые роты. Да, золото получаем в виде этих, как его, ящиков. Ну не суть. А просто что я хотел до него донести, то что командная игра, во-первых. Во-вторых, и когда заходишь в клан-связь, там написана очень такая интересная надпись, что уважайте себя, руководство и других игроков. Не, никто. Это первая очередь, конечно. Вы. Ну а в итоге получается, что кто-то сосет у меня, простите, как говорится,
и ничем не понимает, кто что говорит, а понимает только он один. Ну вот, надо открыть скрининг. Ну это пьяный базар, ну по-простому, это пьяный базар. Да давай, слушай, прикольно же будет, блин, ну вообще. Столько мата про меня, кстати, еще никто не писал. Ну, критика, она всегда полезна. Ты когда-нибудь видел, чтобы просто, вот, блин, вообще красава. Я просто хвастаться буду вот потом, знаешь, всем. Ну, скриншот. А маска, ты тут, кстати, маска? Я отвалю, Немного телек посмотрю, что я туда стану. 0.15 уже. Ну давай, ну что, отваливайся. Да я тоже минут через 10 отвалю. На время. Ну блин, мы тогда не успеваем собраться, если так получается. Я просто, парни, я реально вижу... как бы потенциал в этом плане. Я вижу, что вы можете, но вам мешает, ну как бы организационные моменты. Всем все впадло. Вот это вот. Не-не-не, организационные моменты. Немножко какие-то ошибки в том плане, что вот эта голда по воскресеньям, она вредная, она разбавила игроков, это раз. Прайм-тайма нет, это два. Ну и в плане проверки клан связи это тоже не тема. Это обязалово при наборе вербовщиками. Это обязалово, вот я когда в других кланах был, там РК, не было вентрил никакой. Это обязалово, ты зашел в игру, ты зашел в связь. Дело, не... дело в обидности, просто вот на самом деле человек выкладывает реальные бабки за сервер. Да, мы купили сервер для тем связи. Более, а тем более, что... тем более. И поэтому как бы мы решили... Не, что, не должно быть никаких проверок, а должно быть это как бы, ну вот... объяснение хотя бы, там сразу чувак зашел, а в связь не зашел. Он сразу в чат написал, я не могу по такой-то причине, то же самое там мероприятие, я не могу по такой-то причине зайти на мероприятие, да. Если человек не указывает, ему пофиг, ему не нужен клан, поверь, ему рандома вполне хватит. Он зашел в клан ради того, чтобы по воскресенье когда-нибудь набить себе голды, это я тебе так объясняю. Мне голда не нужна, честно. Я же тебе объясню. Мне я зашел в клан для того, чтобы поучаствовать в командных каких-то мероприятиях. Я не статист, мне стата ну, тоже. Я понимаю, Саня. Так вот о чем я говорю, что у нас все миролюбиво. Говорю, сколько народу вышло с криками, да пиздец тут, да. А потом, ребят, ну возьмите назад, там вообще жопа. Ну всякое бывает в жизни. Не, ну всякое. Не, у вас классный клан, все, я не спорю. Единственное, вот организационные моменты немножко. Ну как бы я это по-своему вижу. Может вы по-своему верите. Я же еще и спрашивал, какие у вас приоритеты. Ты говоришь, у вас тупо, ну как бы клубный клан, то есть, ну, любительский такой. Ну, хочу зашел, хочу не зашел, там да? Типа того. Я так ну, понимаю. Примерно так, ну как бы, нет возможности, ну что теперь. Нет, было время, мы рассылали смски нашим игрокам, у всех были номера, да. Что-то ГК, например, там через 30 минут там было дело. Тем более у вас сайт есть. Смысл потом. Нет, все есть, нет. Просто сидишь, у тебя смс-ка, пук-пук, через полчаса ГК. Понимаешь? Ну, а с другой стороны, а смысл? Ну, как бы нужно более заинтересованных людей искать, не обязательно статистов и... Ну, не знаю. Блин, ну говорю, что заинтересованы они, одни заинтересованы тоже. Вообще по плану вербовки людей, это очень сложная такая часть. Угу. Очень. Найти нормального человека, который будет нормально играть, который будет заинтересован там прайм-тайме, это тяжело. Не спорю. Проще найти какую-нибудь мебель, которая будет ради численности, что у вас там 90 человек, у вас нифига себе клан какой большой. Нет, мебель нужна, высадка на ГК дорого стоит. Просто 15 фишек, одна высадка. Ну и что тебе 15 фишек, у тебя 90 человек? Или 80? Так, а нет, эти 15 фишек отмокают потом 4 дня. В смысле, я как бы не в курсе. Я не в курсе ГК, как бы, может, объяснишь мне? Ну, короче, грубо говоря, поставил 15 фишек, 15 человек. Ну. И только через 4 дня ты можешь, на четвертый день ты можешь еще раз поставить этих же самых 15 фишек. Потому что тебе надо 45 людей, чтобы играть один раз, грубо говоря, в день. Не прав, странник. Фишки 24 часа. Ну я округляю маску, чтобы без всяких вот этих. Нет, когда мир в огне, помнишь, шар, что там, еще что-то. 24 часа все равно.
Но вы варвары, нет, вы в плане ГК варвары, вы походу отжимаете землю и сливаете ее, правильно? Вы же ее не держите. Ну когда держим, когда как? Вы тупо грабите. Нам тупо не удержать ее. А вот, ну, о чем я и говорю. А почему? Конечно, нет? Мы стараемся держать. Вы ж не завоевываете землю, вы ж тупо грабите. Вот в том-то и проблема. Надо собирать состав, который сможет быть и... который мог бы и удержать ее. Ну, я так думаю, я не знаю, для чего вам... Можно тупо и грабить, в принципе. Не все всегда могут. Я не спорю. А почему? 80 человек. Неужели не найдется онлайн 20? Я же говорю, отфильтруйте людей. Наберите тех, которые реально будут вам для клана там полезны. У вас... Больше 50% бесполезно. Да, больше 50%. Это касается вербовщиков. Это ихняя задача. Найти нормальных людей, отфильтровать ненужных людей. Вот и все. У нас вербовщики заходят в игру это, реже, чем ты. Ну, блин, парни, я не знаю. Тут это вам дальше продолжать. Мне как бы, я могу сегодня быть, завтра могу уйти, там, знаешь... Не то, что я уже там завтра уйду, я вообще... Слушай, я могу сказать, что много кто уходил, постоянно возвращаются, потому что вот действительно говорю, что спокойного дружного коллектива, когда хочется просто спокойно поиграть, нигде не найти. То тренировка, то еще что-то, то еще что-то. И надо реальные бабки вкладывать, потому что иначе тяжело. Вот, зато смотри. Вот Шалун... Вот. Какой ты нахрен командир Кацер, ты здесь? Ты видишь, да, вот. Ну, до всех домогает. Ну, забавляет психику хотя. Не-не-не, человек ну, пьяный, не обращай внимания, я говорю, он... Так я вообще молчу. Ну да. Я... Там самое главное правило, вести себя дружелюбно. Он сидит, я, блядь, нахуй, пиздец, спорю с кладовщиками. Но он с работы пришел, нервный, голодный. Уже накидался там. Вот. Я, в принципе, такой Серёжа, же, я вообще видишь, сегодня принципе, последний день отработал. За... Ну... Видишь, за это, в принципе, ну, как бы сказать, можно выбрать, но с другой стороны, ну, вдруг у человека ситуация, там, ты же не знаешь. Ну, а тут ты лоялен, там, лоялен, стороны. Не спорю, лоялен. Вот, как говорится, это называется дружеский клан, что, ну, пуканул, пукан разорвало у человека. Разорвало, разорвало, базару нет. Ну говорю, что вот начальника нарать он не может, а на нас может. Вот, пускай на нас идет. Ничего страшного, но все равно, ну, потом как говорится, он неплохо не сделает. Ну да. Стату мне не попортит своими матами. Ладно, странник, мне пора выходить, давайте. Удачки вам всем. Санька, да, слушай, ты уж тоже извини. Не-не-не, я ничего, общем... мы как бы просто обсудили наболевшие темы, а там решать вам, вы командование. Нет. Я туда не лезу. Смотри, короче, если хорошо себя проявишь, будешь там постоянно шпион, давай мы тебе сделаем вербовщиком. Будешь народ набирать. О, не-не-не-не-не, спасибо, парни. Я единственное, за что хотел бы взяться, это за КБ. И то, мне надо... Денежку получают. Не-не-не, парни, я вам сразу сказал, голда мне не нужна. Если мне надо, я себе куплю. Вот. Все остальное. Ну, видишь, ты взрослый человек самостоятельный, а кто-то соглашается. Ну, не в этом дело. Дело даже не в обременении там. Если кого-то я найду подходящего, я обязательно затяну. И совершенно бесплатно. Вот. Дело в том, что мне оно не надо. Это, ну. Я же сказал, найти реального человека это не так уж и легко. Ну, поэтому... зато было весело сегодня. Да. Я просто постараюсь там собрать командные бои, вот, и выбрать, ну, вот, ну, Муч, в принципе, согласился, это единственный человек, ну, Муч, а в принципе... вот, смотри, ты можешь сейчас не собирать, потом ты сможешь нормальный КБ собрать, есть возможность будет командным боем за сложной командой со своей катаешься, там фишка будет другая. Так я понимаю, но я бы хотел-то из клана собрать, понимаешь, я могу собрать, у меня друзья так... есть, вот, все, я это могу сказать, но я додумал, я дело понимаю, в том, но... что из клана собрал. Собирайте как хочешь, главное победа или участие. Ну понятно, ну мне еще интересно, какие режимы, какие сетапы будут. Если сетапы останутся те же, они настолько не сбалансированы, там есть такие моменты, где
надо нападать, а деф в плюсе, понимаешь? То есть у дефа больше преимуществ, чем нападение. Вот, например, на этом Руинберг, по-моему. Да, Руинберге. Всегда так будет. Каждую карту перевернули. Поэтому надо обдумывать тактику. Все карты перевернулись 40 раз. Да, перевернулись. Вот то, как они поставили базы на рейспе, это вообще жесть там. Там надо настолько тактику продумывать. Ну вот, я, например, по этим картам езжу, обычные карты. Реально еду и смотрю, вспоминаю, здесь ямки не было, а тут ямка. А, там не, было, это да, это они меняют, причем бывает даже не прописывают. Не все прописывают в этом. В изменении. Нет, они даже не говорят тебе, ты заходишь в игру, раз 15 метров, 15 метров. Вот о чем я же об этом и говорю, да. Они не всегда все четко прописывают, да. Согласен. Ладно, странники, буду уходить, если что, завтра поговорим. Вот. Давайте, удачи. Да, чё. Давайте.